Поклонникам легких, аппетитных и несложных в процессе десертов хочу посвятить этот рецепт. Если вы еще не делаете в домашних условиях чизкейк, то очень рекомендую попробовать приготовить именно такой. Представляю вашему вниманию потрясающую идею, как приготовить чизкейк без выпечки сыром. Это классический вариант десерта, дополненный перед подачей зернами граната. Вы можете при желании добавить любые ягоды или фрукты, которые вам по душе. Чизкейк получается безумно нежным, тающим во рту. Его точно оценят и ваши близкие, и гости. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. 1. Печенье измельчите в крошку и соедините с сахаром. 2. Добавьте растопленное сливочное масло, тщательно перемешайте, выложите готовую массу в форму со съемными бортиками, формируя ровное дно и стенки, отправьте корж в холодильник на полчасика. 3. Для приготовления начинки взбейте крем-сыр со сгущенкой, ванильным экстрактом, соком и цедра лимона. 4. Вылейте аккуратно в форму и уберите в холодильник часа на 4, чтобы чизкейк хорошо застыл, после можно снять борта формы. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Вот такая вот красота получилась, приятного чаепития. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Печенье 18-22 штук, сливочное масло 1-1 чайная ложка, сахар 2 чайных ложки, сливочный сыр 450 грамм, сгущенка 1 штука, баночка, сок лимона 50 миллилитров, цедра лимона 1-5 чайных ложки, ванильный экстракт 1 чайная ложка, зерна граната по вкусу, для украшения, количество порций 6-8. Щелчок, клик. Нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Друзья, жду вас снова.